Здорово, мужики! Сегодня у нас в выпуске необычная пятерка. Сборник мини-игр. Психологический триллер. Ниндзя-джампер. Безумный квест. И самая настоящая ретро-аркада. Будет интересно. Heroes American History – это потрясающий сборник мини-игр, посвященный истории Америки. Любой крутой мужик либо достойная леди смогут подобрать игру себе по вкусу. Хочешь побывать в шкуре голожопого индейца, жадного золотодобытчика или познакомить Бенджамина Франклина с электрическим огнем? Да в чем проблема? Но прошу вас, не думайте, что игра для детей. Только играя в первый уровень, можно запросто написать словарь матов от А до Я. А какое тут визуальное решение? Ты только посмотри. В общем, настоятельно рекомендую. Возможно, ты уже слышал об игре «Тук-тук-тук». Это очень страшный хоррор. Ну прям очень. Цель вроде бы проста – пережить в доме до рассвета. Но она не так уж и проста, если вокруг призраки суицидников, предметы двигаются сами по себе, а время может повернуть вспять. Так, с моим звездежом ты ничего не почувствуешь. Дам тебе немного времени. Ну, я думаю, ты все понял. Если тебе не во что поиграть, пока ты сидишь ночью на унитазе, то тук-тук-тук обозначает «Освободи парашу, ты не один в доме живешь!» А вот ниндзя-ап — это крутая отдушина для тех, кто сыт играть в хоррор. Ну поднимите руку, кто сейчас не любит пикселей, ниндзя и геймлофт. Даже если ты поднял руку, я этого не увижу. Ниндзя-ап — это джампер. Прыгаешь себе как в дудл-джамп, только вот батуты ты рисуешь себе сам, пока перепрыгиваешь с предыдущего. Чем короче батут, тем сложнее на него попасть, и тем сильнее он подбросит тебя вверх. В общем, твоя цель — опередить всех друзей и добраться до самого космоса НЛО. Ведь для чего еще нужны ниндзя. Так, дальше у нас... Так, это не то. Ах да, The Inner World. Если ты любишь веселые динамические квесты с интересным сюжетом и красочной графикой, то The Inner World очень придется тебе по вкусу. Ты окунешься в волшебный мир Аспазия, или Аспозия, расположенный внутри нашей Земли, где единственным источником питания жизни являются три ветряных фонтана, которые ломаются в самый неподходящий момент. Ну а наша задача, как понимаешь, все починить. Поверь мне, тебя ждет незабываемое приключение и часы, проведенные в удовольствии. Ну и последняя игра в нашем списке – Devious Dungeon. Это настоящий ретро-платформер с элементами RPG. Как всегда, над королевством нависла угроза. Как всегда, бла-бла-бла и бла-бла-бла. Но это не главное. Основной плюс в том, что каждый моб обладает своим характером, способностями и количеством ХП, что дает тебе возможность правильно пораскинуть мозгами. А согласись, аркады такой возможностью радуют нечасто. Ну и вдобавок, тут есть прокачка перса, много разного лута и приятная графика. Фу, говорю как задрот. Нужно с этим заканчивать. А ты качай, ставь лайк, подписывайся на наш канал и вступай в группу, если ты настоящий мужик. Будь мужиком, блядь. Это был обзор от Mob.ua, и я Трэш. До встречи.